Ну, в общем, я выезжаю. Раннее утро. Только-только рассвело. Поеду. Вопрос был. Вопрос. Ай. До Семипалатинска, потом направо на Рубцовск. Это на велике, потом с Рубцовска постараюсь на ЖД до Новосибирска и с Новосибирска до Москвы. Ибо на запад я не что-то желания нет на этом колдобасить вот на этой штуке. Да. И как бы, ну там холодно у нас, капец как холодно, ну зима. У нас в мае всегда жарко, люди в трусах ходят. Мы купались всегда в мае. Сейчас какая-то хрен, победишь, задница. Первый раз такое. Да. Холодрыга дикая. Ну, около что-то, ночью около нуля было. Вот, ну хоть ветер маленько сменился. Так, ну это я по-быстренькому. Так, что еще? Что еще? Что еще? Что еще? Ну, в общем, направление понятно. Куда чего. И да, и большое спасибо за материальную поддержку. Вот, что я хотел сказать-то. Что бы я делал бы без вас? Ну что, я поехал, блин. Все. Тянуть больше нельзя. Все. Фух. Все. Выехал. Наконец-то. Солнышко. Вон там оно. Велик стоит родной. На нем еще что это такое? 70 метров что ли? Или что? Непонятно. Немного, в общем. Ну, первое впечатление. У меня цепь проскальзывает почему-то. На маленьких этих, на маленькой звездочке. А первая 11 этих фигулик, а вот вторая, на второй что-то хреново вообще. Вот так вот. Это минус. А у нас тут водоемчик хороший. И это плюс. А выезжать было, конечно, да. Что-то как-то это, не знаю, какое-то предчувствие. Такое. Ух! Аж волосы дыбом, которые остались. Ну, посмотрим. Что да как. Ух! Мороз! Лужи ведь позамерзли все. Блин. Но это я через Иртыш еду. Пока еще. Хотел по той стороне, а там что-то перекрыли. Говорят, опасная зона. О, блин. Но этот мост теперь крымский быстрее построят, чем вот они вот эту железяку тут ковыряют. О, тут железяка какая-то непонятная. И вот они ее все ковыряют. Они вон там прижились уже. О, у них там хозяйство, все. Житуха уже сколько лет. Ох, собачки. Смотри, она ко мне бежит. Вон она. Нет? Точно? Ха-ха, надо же. Прикольная собачка. Ой, блин, тут. Ой. Ну все. Поехал. Вот тут такая штука. Эх. Ух, холодно, блин. Ну, как всегда, какая-то хрень и мечеть. Тут опять эти полицейские лежачие. Ну вот. Температурка? Да блин, температура вообще что-то упала, блин, ни хрена себе. Минус один. Минус. Что там? Минус два, блин. Опять этот. Эх. Вот так вот. Тепленько. Первый достопримечательность. Кабанбай Батыр. Ну так написано. Мне туда. Температурка чуть-чуть повыше стала. 2 градуса. 2 градуса тепла. Все хорошо. В башке хорошо. Вот это вообще замечательно. Но у меня тут две.
одна строительная перчатка, и я на нее одел вот эту вот. Хорошо. Офигенно. Но конец отваливается напрочь. Капец, ехать невозможно. Боль такая адская. Так, ну ладно. С концом все ясно. А вот, вот там у нас город. Дымит помаленьку. О, какой, это я на горку заехал тут. Горка нормально, прям так, эх. Ну, километра, она такая затяжная. Километра полтора там или два, может. Хорошо. Вот такой, понимаешь, коняга. Ну, конец отваливается, блин. А, хоть чем-нибудь обматывай его, что ли. Ну все, еду. А вот ни хрена у меня не это, не плюс-то. Я думал, плюс 2. Плюс 2 это на солнце, в теньке. Минус 0,8. Уже 0,8, но это я от руки. Сейчас было 0,9. Вот так. Еще холодно. Мини-перерыв. Съехал с трассы. Где-то полкилометра. Отдыхаем. Уже тепленько более-менее. Но когда по трассе едешь, блин, холодно. Ветер. А так ничего. Ну, тут ветра нету. В прошлое лето вон по тем горкам прыгал. Пока до Шаманаихи доезжал. Во, блин, дорога, а. А я здесь загораю где-то. На остановке. Такой вот пейзаж. Кстати, я понял, почему цепь проскакивала. Это надо было подрегулировать вот эту вот штуку. Вот этот болтик. Вот оно. Короче, она сильно сюда была завернута. И я ее туда обратно подвернул. Ну, она туда-сюда ходит же. Вот так. Как же без моей любимой речки? Вот такие вот штуки тут. Она, интересно, гладенькая. Там все заглажено. Вон мой велик. Ах. В общем, и меня не избежала чаша сия. Ибо коленки у меня заболели. Ну, этого и, в общем-то, можем было ожидать, конечно. Вот тоже прикольно. О! Вот такие штучки. А их оттуда хрен вытащишь. Они острые. О. В общем, коленки у меня болять. Болять коленки. Это хреново. Вот. Результат бессонной ночи перед отъездом. Пожалуйста. Спать охота. Но я поспал маленько. Правда, солнце за тучку зашло. За большую, наверное. И я замерз, как собака. Пока солнце светит, тепло. Солнца нет, холодно, жутко. Вот так. Ух, сейчас закорячивался на какую-то горку. Километров 6, наверное. И она так быстро спустилась, вон она. Пырц! Ну и у меня там еще, ну, конечно, спуск есть, но не 6 километров явно. Так, километра 2 от силы. Блин. Лучше все-таки крутые, но короткие. Ну его нафиг.
ползти так. Да. Ну, у нас тут какие-то горки. Сопки, горки. И всякое такое. 49 километров проехал. Вот. Впереди еще дофига. До Семипалатинска 107,56. Отъехал я всего 42. Вот так вот. Уже колени болять, жопа болить. Да. Все. Трындец этой колонки. Тут какой-то бомжатник. Вот. Какой-то ужас, короче. Ну, это логический конец. Этого и следовало ожидать, конечно. Что тут еще может? Село Таврическое. Или Таврия. Как? Елочки тут. У меня такой пейзажик. Сзади у меня кибернетическое дерево. Ем сардину. Хлеб, кстати, вкусный. Прямо. У нас в городе такого нету. Ну, давай. Наш, если режешь, он весь рассыпается просто на крошки. А это хорошо. Ну и сардинка ничего так. Ой. Дорога качковатая, обалдеть. Эх, блин. Ужас. Там, если будет видно, вон он, хребет. Но это один. Впереди еще мне предстоит его перевалить. Не знаю, сегодня или завтра. О, сколько их тут, а! Обалдеть. Общага целая. Все, еле докрутил до сюда. Какая-то речка. Небольшая. Горки. До хребта я только-только вот. Вон там хребет. До него дошел. Блин, нога капец. Совсем уже ехать невозможно. Так она хоть вверх подымалась. Теперь уже и вверх не подымается. И главное. Что за фигня, блин, непонятно. Вроде прошли, обе прошли. А потом что-то бац, опять. Причем левая толчковая. Правая вроде нормально. Отошла, как ни странно. Ну ладно, здесь буду. Палатку. Недалеко, правда, от этой, от трассы. А там деревьев нифига нет. Тут хоть что-то как-то оттуда ветер идет. Хоть что-то как-то защищать будет. Вот. Ну ладно, шо уж теперь. Вот так. Последние лучи солнца. А, сейчас дубак будет. Ну, он, в принципе, уже есть. О, какие-то девки смеются. Обалдеть. Ну, в общем, это вот я сделал. Странно. Кто смеется? Ой, нога не проходит, собака. Посмотрим. Надо было раньше остановиться. Заболела, сразу это, отдыхать. Как у меня тогда так же было. Я почти сразу же остановился. На утречко огурчик. А тут не знаю как. Блин, больно. Да.